Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу, такое сделать небольшое видео, распаковать вместе с вами свою посылочку павлопосадских платков. У меня здесь несколько штук. Для тех, кто смотрит меня, недавно, возможно, подписался на меня, у меня есть на канале, наверное, есть плейлист. Если нет, то я его создам. Видео, где я показываю свою коллекцию платков, а потом... А в остальных видео, где я показываю, что я еще докупала. Я очень люблю павлопосадские платки. Мне нравится их рисунки мне очень нравятся, плюс качество этих платков. Мне как-то писали, что всем блогерам присылают эти павлопосадские платки. Но если кому-то присылают, то я им завидую. Мне ничего не присылают, у меня даже нет никакой специальной скидки или специального какого-то... VIP-статуса. Хотя я и не просила, возможно, может быть, и дали бы. Нет. Хотя я думаю, что кому и нужна. Вот. Ссылочки я вам всем оставлю. И, кстати, сейчас пришла снимать. И смотрите, какая у меня кружка. Это я заказала на Вайберес. Я себе налила уже сюда чай. Попила. Смотрите, какая прелесть. Просто. Она, во-первых, огромная. Смотрите, какая. Я очень люблю большие чашки, я в них делаю себе чай, и в течение дня я его выпиваю. Вот, в общем, очень мне нравится. Смотрите, какая прикольная. Такая же была на Вайберес, только с цветочками. Я все думала, как у меня с цветочками или в горошек. Решила, что в горошек. Это такая, золотая такая. В общем, ссылочку на кружку тоже оставлю, но кружка вообще огонь, девочки. Вот, давайте вместе с вами... Я открою, про то, что у меня есть на канале видео с павлопосадскими платками. Значит, я павлопосадские платки, сегодня будет только о платках видео, вот, павлопосадские платки я ношу. Я их покупаю не ради коллекции, сейчас заказ, я тоже их буду носить. Но обычно я, например, есть у меня какое-то пальто, или я купила куртку какую-то, думаю, хорошо бы сюда бы платок. Я захожу именно в павлопосадский, на сайт павлопосадских платков, я заказываю на официальном сайте, не заказываю на Вайберес. Я знаю, что есть на Вайберес, вроде бы еще на Озон есть. Почему? Потому что я не хочу подделку, я хочу оригинальный платок, а там, я не знаю, подделки там или оригинальные платки. В общем, ко мне тут все коты пришли. Как всегда, где там Каспер где-то, вот, еще Ляфан своим хвостом, как всегда, не могут меня оставить в покое. Так, значит, заказала я, на самом деле, была перед Новым годом достаточно большая распродажа, так, кружку надо убрать, а то кто-то сейчас все уронит, была большая распродажа, там есть такой прям раздел, не пей мой чай, вообще кошмар. Есть раздел на сайте, написано «Распродажа». Я туда частенько заглядываю, но там на самом деле редко что бывает интересного. Вот оттуда я как раз все и заказала. Заказала перед, числа 25 декабря. Мне только после январских праздников выставили счет на оплату и отправили. Короче, еще и шла на неделю, наверное, эта посылка. В общем, в этот раз как-то все очень долго. Короче, считайте, практически через месяц только я получила... Через месяц после заказа я получила эти платки. Ничего страшного. Смотрите, у них даже упаковка красивая. Мне очень нравится, как они упаковывают. Смотрите, какая красота. И еще много-много бумаги. Видите, вот так вот все сложно. Даже за упаковку. Я обожаю эти платки. Все идет вот в таком пакете. Давайте я... Боже мой, какая красота! Девочки! Это просто нечто. Так, первый платок я заказала... Вот такой вот... Слушайте, они мне обошлись что-то вообще недорого. То есть это распродажные платки. Это распродажные платки. Смотрите, вот такой. Подобного рисунка у меня уже есть платок, кстати. Вот такой фиолетовый, с фиолетовой бахромой, шелковой бахромой. Это размер, кстати, это мой самый любимый размер, потому что большие платки, когда они совсем большие, они такие,
В общем, слишком много бывает его. А вот это 89 на 89. 100% шерсть меринос. Чисто шерстяной, набивной, шелковый, бахромой. И автор рисунка — Сухаревская Татьяна. Название рисунка — «У синего моря». Меня просто коллекционеры этих платков ругали за то, что я не называю автора рисунка. Я потом их разложу на кровати, вам покажу. Смотрите, какой красивый платок. Красота. Я не могу. Как можно вот такая красота не нравится? Давайте вот так покажу, как на мне смотрится. Смотрите, какой классный. Я в конце видео вставлю, разложу их на кровати и покажу, как они смотрятся. Смотрите, какой прикольный фиолетовый. Так, дальше. Еще один платок. Это у нас... 100% чисто шерстяной, набивной, шелковый, бахромой. Размер тоже 89 на 89. Название рисунка — «Милый друг». Автор рисунка — Фаворитова Елена. Сейчас мы посмотрим. Боже, какая красота. Ну, вот такой, кстати, светленький какой-то, либо бежевый, либо такой вот. Он не чисто белый, видите, он молочный. Смотрите, какая красота. Просто нечто. Такой молочный с красными этими цветочками. Мне очень нравится. Это тоже прелесть моя. Да, ляпа? Сидит кот. Так, сейчас давайте этот тоже сложу на себя, напялю. Смотрите, какая красота. Просто нечто. Я не знаю, как может такое не нравиться. Вот. Вот этот платок, кстати, светленький. Я хочу... У меня есть такое серое пальто. Не серое, но такое... серо-бежевая. Я хочу с ним как раз носить вот этот платок. Давайте вот так вот сделаем, да? Смотрите, какая прелесть. Ну, прелесть. Вот этот светленький, он, кстати, хорошо освежает. Мне кажется, всем подойдет такой цвет. Так, дальше. Это еще не все. Я же не угомонилась, вы же понимаете. А третий платок, он тоже светленький. Так, здесь у меня накладная. Это 100% хлопок, хлопчатобумажный, набивной. Размер 146 на 146. У меня, кстати, есть шелковый тоже платок Павла Посадский, но он большой у меня такой, тоже светленький. А это чистый хлопок. Но он прям большой, смотрите какой. Опа! Какой. И он уже без бахромы идет. Вот мне как-то тоже писали, что не нравится в этих платках именно бахрома. Хотя мне нравится именно бахрома в платках. А здесь получается без бахромы. То есть вот это называется у них там как-то с подрубкой или как-то так. Вот такой вот. Видите, какая прелесть. Давайте тоже его одену. Это шерстяные у меня платки два. У меня есть и зеленый, и желтый платок, и еще какой-то вообще у меня. Нет, много, но я их ношу. Но я как их ношу? Тоже не поверх вот так вот куртки заматываюсь вот так вот. Нет, я, ну, как вот обычно ношу. Вот как я вот сейчас показала, вот так вот накидываю. Так же я обычно и накидываю. Так, хлопковый платок. Как тебя сделать? Да, ляпа? Тут котейки мои. Сейчас я вам покажу. Вот так вот он выглядит. Не знаю, на камеру видно, но очень красивый. Ну, он прямо такой тоненький, как... Смотрите, какая красота. Ну, это же вообще... Русская женщина прям. Прям большое. Давайте я сделаю вот так, покажу. Ай, ну, он прям большой. Это большие платки. Их обычно сложно как-то вот так красиво уложить. Хлопковый платочек, кстати, на весну. Самое то. Смотрите, какая прелесть. Так сложила, непонятно как. Да? Ну, вы поняли. Можно на плечи, на голову. Что-то у меня там отвалилось. Красота. Я не могу. Как может такое, такая красота не нравится? Я не знаю. Честное слово. Но мне, я просто к чему говорю? Потому что мне некоторые мои зрители писали, что это... какие-то бабские платки. Ну, знаете, я тоже, мне уже не 20 лет. Шучу, конечно, девочки.
Так, ну что, вот разложила платки. Смотрите, вот это фиолетовое. Он мне вообще очень-очень нравится. Смотрите, какой он красивый. У него рисунок вообще обалденный. Все эти платки, они такие, видите, достаточно тоненькие. Вот, но при этом очень хорошо греют эти платочки. Видите, какой у него рисунок красивый. Очень красивый. Прям на камеру он, наверное, более синий. На самом деле он такой фиолетовый прям. Ну, красивый. Так, это у нас... Если они еще есть на сайте, то я ссылку оставлю. Если нет, то, соответственно... Нет, давайте... Это платок, который называется «У синего моря». Сухаревская Татьяна, автор рисунка. Так, следующий. Вот этот. Это тоже шерстяной. Это у нас который «Милый друг». Фаворитова Елена. Смотрите, тоже какая красота. Он не чисто белый, он такой более молочный, что ли, цвет. То есть вот этот вот хлопковый, видите, он чисто белый, а этот более такой, даже не молочный, не знаю, более такой бежево-желтоватый, наверное. Ну, тоже красота, согласитесь. Так, и вот этот вот большой, смотрите, какой он большой, который хлопковый. Вот такой у него получается рисунок. Очень красивый. Это у нас который «Кружевная симфония» Уткина Юля. Ну просто. Просто красотень. Я не знаю, как вам, но мне обалденно нравится. Вот теперь хочу эти шелковые платки. Вот такую себе красоту приобрела. В общем, вот такая вот у меня красота. Ссылочки я вам, конечно же, оставлю. Смотрите, да? Сейчас я вам покажу кое-что. Девочки. Смотрите, вот такой хлопковый платок. Да? И кружка. Кружку надо было тоже в цветочек. Тогда вообще красота была прям. Мадам. Да, Леофан? Тут ко мне... Кот у меня лежит, Леофан смотрит, чем я занимаюсь. Вот, в общем, ссылочки я вам оставлю. Сегодня получилось такое небольшое видео. Просто хотелось с вами поделиться своими, не знаю, находками, что ли. Там еще есть на сайте у них по предзаказу они делают платки. Такие, как это сказать, коллекционные издания, я бы так сказала. Вот, но они там совсем дорогие. Мне один раз понравился там один платок. Я все думала, стоит, не стоит его заказать. Он стоил 7 тысяч. Вот, и как-то пока раздумывала, его уже и не было. Вот, так что вот так. Ну, я так, на распродажах эти цветы, ну, рисунки тоже очень красивые. Я сказала автора рисунка вот этого платка хлопкового. Называется «Кружевная симфония». Автор рисунка Уткина Юля. Размер 146 на 146, 100% хлопок. Платок хлопчатобумажный, набивной. Вот. Так что, такие у меня новые обновочки, чему я очень-очень рада. Еще хочу шелковые платочки все такие небольшие. Вот, так что вот так вот. В общем, ссылочки вам оставлю. И на сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Всех люблю, целую, до новых встреч.